Доброе утро, коллеги! С вами саков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 28-е марта и это значит, что осталось меньше недели до начала курса персональной инвестиции, который стартует со следующей недели. В данном курсе мы будем разбирать более подробно те методики и те подходы анализа, которые мы разбираем в наших ежедневных обзорах. Зарегистрироваться на данный курс вы можете под видео курс проходит бесплатно. Все, что необходимо иметь для того, чтобы принять участие в данном курсе, это наличие демо счета, по крайней мере демо счета в компании Admiral Markets. Зарегистрироваться вы можете под видео а сейчас давайте перейдем к паре евро-доллар и посмотрим, какие а, тенденции мы можем отметить на сегодняшний день. А вчера мы видели а, импульс восходящий, выход из а, коррекции, которая завершилась после обновления максимума пятницы и достижение уровня 1.0904. Уже уходим выше максимальных значений, которые были зафиксированы в конце а, прошлого года, в декабре прошлого года и пара евро-доллар стремится к укреплению в области 112-113. Но пока а, постепенно в рамках Краткосрочных тенденций в рамках часового таймфрейма мы отмечаем то, что сейчас тенденция также сохраняется на укреплении. Если говорить о коррекции по евро, то ее мы можем увидеть только после обновления минимума прошлой торговой сессии, то есть минимум понедельника в области 1.0820. На текущий момент тенденция на укрепление сохраняется. Практически такая же картина и по паре британский фунт американский доллар. Вчера мы видели обновление локальных максимумов, дошли до уровней 1.2615. И, соответственно, тенденция на укрепление британского фунта также сохраняется. Ближайший коррекционный уровень на текущем момент мы можем отметить по значению минимума это 1.2468, минимум, который был зафиксирован в пятницу на прошлой неделе а пара австралийский доллар американский доллар продолжает свое коррекционное нисходящее движение мы уже ранее отмечали а, говорили о том что а, для того чтобы появились а, предпосылки для покупок паре нужно по крайней мере обновить а, максимум предыдущей торговой сессии но пока мы всю не, несколько недель уже этого а, не видим то есть прошу прощения, вторую неделю мы этого не видим а, соответственно для того чтобы начать покупать по австралийцу необходимо увидеть на текущий момент как минимум обновление максимума по 7647 максимум который был зафиксирован вчера сейчас тенденция нисходящая по австралийцу также продолжается пара американский доллар канадский доллар Сегодня уже показывают некоторые предпосылки к укреплению. Мы видим, что сейчас пара уже торгуется вблизи максимума вчерашней торговой сессии и в ближайшей перспективе мы можем увидеть следующий импульс уже после ухода выше максимума, который был 22 марта по 1.34. И это, это движение уже откроется предпосылкой на дальнейшее укрепление американского доллара по отношению к канадскому доллару. Чуть позже мы посмотрим нефть и уже отсюда сделаем выводы. Пара американских доллар японская иена также продолжает свое нисходящее движение уже не первую неделю а подряд мы снижаемся если говорить о начале коррекции и о покупках по паре американский доллар и японская иена то здесь паре нужно преодолеть важную отметку, которая на текущий момент сформирована по максимуму 24 марта в области 111.48. Только после преодоления данного значения мы можем говорить о покупках по данной паре. Пока остаемся ниже, а тенденция нисходящая сохраняется. А по индексу DAX сегодня с открытия мы видим уход выше максимальных значений, которые были вчера, а это может нам говорить о следующем импульсе в область 12. 176 по индексу DAX, соответственно, на укрепление а, данного а, индекса а, Германии, ключевого индекса а, Германии. А, золото... Сегодня мы видим небольшую коррекцию, которая началась. Практически уже торгуемся в области минимумов вчерашнего торгового дня, то есть там, где открылись вчера. И сейчас важно отметить то, что если золото уйдет ниже отметки 1251, то по золоту может начаться краткосрочная коррекция. Пока остаемся выше данного значения, пока мы не увидели подтверждающий сигнал пробития, то тенденция на укрепление золота также остается в приоритете. Ближайшая Цель по золоту это область 1263 доллара за тройскую унцию. Ну и а, нефть марки Brent а пока все еще торгуется в том боковике, который мы отмечали ранее. Верхняя граница 5099, нижняя 4990. Диапазон порядка 100 пунктов. Если говорить о покупках, то нефти нужно уйти выше а, отметки 50-90, то есть закрепиться за 51, и тогда уже а, мы можем работать в сторону 52, в сторону 53 и дальний по дальнейшему укреплению нефти. Уход же ниже отметки 49.97, 49.90 откроет предпосылки на дальнейшее снижение по нефти марки бренд. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Еще раз напомню, что курс персональной инвестиции стартует со следующей недели, на который всех вас и приглашаю. Увидимся завтра на нашем ежедневном обзоре. Всем спасибо и до свидания.